Традиционно форум в Сочи презентует инвестиционный потенциал российских регионов и компаний. В сельском хозяйстве в 2017 году изменилось субсидирование агропромышленного комплекса, что дало большую автономность в развитии приоритетных проектов. А региональное разнообразие сельхозпродукции формирует интерес зарубежных потребителей и высокий экспортный потенциал. 21 миллиард – это объем сельскохозяйственной продукции, которым сегодня Россия пополняет валютную стратегию экспорта. Мы понимаем, что это результат сегодняшних технологий, это результат насыщения российского рынка. В ближайшие перспективы будут связаны с задачами конкурентного представительства российской продукции на всех международных рынках. Сегодняшние результаты агропромышленного комплекса – это новые точки инвестиций практически во всех подотраслях экономики нашей страны. Идеально это продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, то есть продукцию, которая уже упакована, которую уже знают за рубежом. И это и есть тот доход, о котором мы все время говорим, повышение эффективности, доходности от наших продаж. Есть разные инструменты поддержки. Это и пост партнеров за рубежом, это и представление наших клиентов, наших экспортеров на выставках. Запущена отдельная программа, сделанная в России.